В эфире канала «Гродно Плюс». Время программы «Званый гость». Меня зовут Алла Нучко. Здравствуйте. Всемирный день защиты животных традиционно отмечают 4 октября. Лучшее, что есть у человека, это собака. Так говорил французский живописец Тусен Шарле. К сожалению, не все люди это понимают, и отношение к животным в нашем обществе у разных людей разное. Как раз об этом мы и поговорим сегодня. В студии званого гостя председатель Гродненского общества защиты животных «Преданное сердце» Елена Шиманица. Здравствуйте, Елена. Так от кого и от чего сегодня необходимо защищать наших животных? Ну, наши животные, находящиеся на улице, они всегда нуждаются в защите от людей, к сожалению. Не друг от друга, не от болезней, а именно от людей. Не понимают у нас всегда люди, что животное, кот тот же на улице, это одна из частичек жителей города Гродно. Он такой же житель города Гродно, и ничто ему не должно мешать продолжать свое существование. Другой вопрос, что да, то, чем занимаемся мы, в первую очередь мы их прививаем, естественно, стерилизуем, кастрируем, чтобы они не размножались. Ситуации, когда ай-яй-яй, не будет потом у нас котиков на улице, я думаю, в ближайшее время нам не грозит. И поэтому это единственный гуманный способ уменьшить их количество. Коты должны быть на улице, но их не должно быть столько. Их должно быть в 2-3 раза меньше. Хотя сейчас уже, в принципе, заметно за вот 5 лет существования нашей организации, количество котов, собак значительно стало меньше на улицах. Хорошо, и с чем это связано? Ну, в первую очередь, конечно, это с тем, что большую часть животных мы пастеризовали, даже диких, которые их невозможно приручить, которые однозначно не смогут жить с человеком рядом, но они стерилизованы, естественно, они не приносят потомства. Можно понять, да, что одна кошка, каждых полгода 7 котят. Из этих 7 котят, ну и пошла дальше геометрическая прогрессия. В связи с тем, что они стерилизованы, они уже не приносят потомства. При этом они не пускают других животных на свою территорию. И вот определенными территориями мы уже, скажем так, почистили город Гродно. То есть работа в городе Гродно идет, и она приносит свои плоды. И идет гуманным способом. Не отловом, не отстрелом, а именно идет гуманным способом. То есть животное не страдает. Но это в 90-х годах. У нас всех бездомных животных сначала отстреливали, потом их травили. А сегодня наши собаки и кошки, у которых нет дома, что их ждет? Есть приют, да, который у нас был создан благодаря и вашим стараниям, в том числе, несколько лет назад. Расскажите немножечко, сколько сейчас хвостатых в нем находится? Есть у нас в Гродно пока приют еще только для собак. Угу. Приют котов у нас еще на стадии открытия. Ну, мы надеемся, что в следующем году, весной, может, в марте месяце, мы все-таки сможем уже открыть наш приют для котов. То есть для собак приют есть? Для собак уже существует приют, там порядка 40 животных. Угу. Животные находятся, кто-то в вольере, кто-то в стайке, потому что территория маленькая, и большое количество животных содержать мы просто физически не можем. Ну, нас всего 16 человек. И часть из них ходит дежурить. Кто-то занимается рекламой. Это тоже очень большой вид деятельности, который необходимо делать. Отнимает много времени. Животные, которые рекламируются, конечно, быстрее находят хозяев, чем просто будут сидеть в приюте. А как вообще попадают эти собаки в ваш приют? Ну, чаще всего, конечно, в последнее время мы берем собак сбитых, покалеченных, потому что места в приюте нету для обычной здоровой собаки, которая может, в принципе, себе добыть еду, а собакам, которым нужна экстренная помощь. Нам звонят люди и просят помощи, что вот, вы знаете, мы увидели, там, сбили собаку, мы не знаем, что делать. Хорошо, когда люди откликаются и помогают нам тем, что это животное, они сами довозят до ветеринарной клиники, мы туда же приезжаем, то есть мы встречаемся там. Кто-то не может подвезти, хотя бы стоят возле этого животного, а не так, что бывает, что звонят, вот собачку сбили, мы приезжаем на место, ни собачки, ни следов от собачки. Может быть, собака в шоке где-то убежала, спряталась. Вроде бы обходишь территорию, не находишь. Потом через день-два находишь где-нибудь в кустах, уже совсем обессиленную. То есть если бы мы сразу ей оказали помощь, да, это было бы значительно проще. Ну вот последний даже случай со щенком Бруно, который, в принципе, я думаю, что у всех на слуху. Щенок больше суток пролежал. И в конце суток только нам позвонили, сказали, вы знаете, тут щенок сбитый. Но мы не видим весь город, мы не можем обижать весь город. Слава богу, мы успели. Слава богу, мы успели его спасти. Он сейчас будет бегать также на всех четырех лапах. Все замечательно. Но сам факт того, что просто люди проходили мимо, никто не просил забрать. Надо было хотя бы просто позвонить. Ну, я думаю, что
такой момент действительно существует в нашем городе, о чем мы и говорим, что есть разные люди, есть разные отношения. И если говорить о тех собаках, которые попадают в ваш приют, ну, одно дело, когда собаку сбили, но я думаю, что у вас и большинство таких животных, которые родились на улице, они выросли на улице, и они не социализированы, они из двух одно, или агрессивные, или наоборот, трусишки. И получается, что какая самая большая перспектива собаки, которая находится в приюте? Это, конечно же, стать охранником. Но 80% наверняка этих собак, они не охранники, они боятся людей, они забиваются в будку. А это значит, что и найти таким собакам хозяев проблематично. И значит, они будут оставаться в вашем приюте много-много времени. Наверное, до конца дня. Или я не права? Ну, вы немножко, конечно, не правы, потому что нужно знать психологию собаки. Собака помнит только то, что помнит. Она не держит в памяти, что ее там когда-то обижали, били. У нее есть немножко инстинкт, да, если человек ее бил, она на запах человека начинает реагировать как на страх. Находясь в приюте, она приучается к тому, что запах человека уже страх не несет. И поверьте, оно перекрывает тот инстинкт этим. Собачки Павлова, да, то есть как часто включает... находят своих хозяев те собаки, которые попадают к вам в приют? Ну, находят. Есть у нас, да, старожилы. Но чаще всего старожилами у нас остаются те собаки, которые покалечены. То есть, да, вот у нас есть большая наша Бонни, это наш адаптер. Мы уже привыкли к тому, что она у нас есть. И, в принципе, я не знаю, сможет ли она приняться где-то в другой семье, потому что она к нам привыкла. Она уже привыкла у нас адаптировать собак. Это большая собака, но она хромает. У нее перебита была лапа, к сожалению, мы опять же нашли ее поздно, не успевали сделать уже операцию на этой лапе, потому что надо было по новой все ломать, то есть причинять боль больше, чем ей ходить с такой лапой. Ну, конечно, она вроде красивая, вроде симпатичная, люди видят, что хромает. Но люди вот чаще к вам приходят в приют и что ищут? Сразу могу сказать, что перед тем, как пригласить человека в приют, они с нами созваниваются, и мы говорим, вы что хотите? Хотите диванную собачку, хотите для охраны, хотите для ребенка, хотите там для себя, чтобы бегала, или хотите там прыгать с ней активную, ленивую. То есть изначально мы говорим. И тогда уже, зная своих собак по характеру, зная, что они из себя представляют, мы тогда уже предлагаем человеку, вот посмотрите, такая-то, такая-то, такая-то. Посмотрите пока на фотографиях. Подумайте недельку. Если вы все-таки решили, что это ответственность, которую вы готовы на себя взять. Собака – это не игрушка, это не котик, который будет сидеть дома и ходить в лоточек. Собака – это собака, ее нужно выгуливать, ей нужно заниматься. Нельзя собаку оставить просто так вот дома, как диванчик, да, как столик поставил, ну вот он стоит. Ну это же красиво. Как член семьи. И он даже не просто член семьи, понимаете? Очень часто люди, берущие собак с приюта, их начинают жалеть. Их начинают поднимать немножко вот на ступеньку, они становятся действительно членом семьи, но как сын, как муж. С собаками, к сожалению, вот это вот нельзя делать. То есть собака, она все равно должна оставаться собакой. Но всем, кто приходит в ваш приют, вы, конечно же, даете какие-то рекомендации и правила, как дальше поступать, да, с тем, конечно, или иным псом. Мы... А бывает такое, вот кажется, ну вот пристроили собаку в прекрасные руки, проходит год, а вам звонят и говорят, соберите, там родился ребенок, умер хозяин, аллергия, еще что-нибудь. Бывают такие случаи? Бывает, поэтому мы заключаем договор, в котором сказано, что в любом случае, даже не спрашивая причину, если человек хочет вернуть собаку, мы ее забираем 100%. Мы не спрашиваем иной раз причины, потому что не хотим обидеть человека. Например, я умею работать с собаками, да, и я понимаю, что я из любой собаки могу сделать нормальную человеческую собаку, которая может жить рядом с человеком. Другие люди не справляются. Так как я и говорила, что они начинают жалеть, поднимают собаку, и потом, естественно, возникают проблемы. Собака кусаться начинает, собака перестает слушаться, собака обижает ребенка. Иной раз человеку стыдно в этом признаться. И он никогда не признает своей вины, что это его вина в том, что собака стала себя так вести. И поэтому, чтобы, опять же, не обвинять человека, чтобы он не потерял желание иметь собаку, мы просто стараемся тогда предложить такую, более взрослую, допустим, не щенка, чтобы
он не смог уже, скажем так, испортить, но получил в то же время второй то, шанс, еще да, раз чтобы у него было свое домашнее животное, которое уже, ну, уже не испортишь, оно уже хорошее. Но получается, что, в принципе, приют для бездомных собак у нас в городе открылся. Но проблема-то не решена, у вас же считанное количество мест, а по городу ходят сотни бездомных собак. То есть они по-прежнему нуждаются в нашей заботе и опеке. Ну, конечно, мини-приютом полностью вопрос не решить. Но, опять же, оговорюсь, что за вот 5 лет, которые мы работаем, животных, именно даже конкретно собак, стало значительно меньше. Мы просто очень проводим хорошую работу по поводу стерилизации. Кстати, а вот как наша гродница относится к стерилизации животных? Вот у меня есть такая одна знакомая гродненка, у которой в квартире живет 20 кошек. Так вот она уверена, стерилизация – это фашизм. А вот ну, топить маленьких котят в ведре – ну нормальное явление. Вот единомышленников у этой женщины много в нашем городе? Ну, хватает, но, к счастью, мы находим точки соприкосновения, объясняя человеку хотя бы на уровне заболеваний. То есть, да, кошка, которая постоянно рожает, однозначно к концу жизни у нее будет мастит, однозначно будет опухоль груди, потому что кошки не успевают докармливать котят, тем более, если котят топят. Понятно. Mm-hmm. Потом объясняет что человеку, что ему придется вложить очень много средств для того, чтобы вылечить кошку. И вопрос, вылечит ли. То есть у нас программа отлов, стерилизация, возвращение в окружающую среду работает? Работает, да. Мы стараемся вот именно по котам. Угу. По котам эту программу осуществлять по полной программе. По максимуму стерилизуем, так как приюта еще нету. У девочек просто в квартирах стоят клетки, где мы передерживаем котов, кошек после стерилизации, кастрации. И выпускаем в ту среду, где они привыкли жить. Угу. Там их подкармливают, да. Очень много вот у нас есть граждан, которые любят покормить бездомных животных. Замечательно, все, молодцы. Но давайте дружно просто их возьмем и простерилизуем. Кормите дальше, мы только за. Потому что когда их очень усиленно кормят, когда их все жалеют, но при этом не стерилизуют, они размножаются еще больше, чем в геометрической прогрессии, еще быстрее. Потому что у них хорошие условия. Но говорят, что о гуманном отношении к животным надо говорить с самого детства, и для того, чтобы у деток прививать любовь к животному, лучшее, самое хорошее правило – это завести животное в семье. Но не у каждого есть такая возможность. Кстати, а вот у вас дома есть животное? Ну, конечно, у меня есть дома животное, у меня есть 2 собаки, у меня есть кот, то есть… У меня есть разнообразие животных. А почему вот именно на этих животных вы остановили свой выбор? Ну, первую свою собаку я взяла как бы уже, честно говоря, на эмоциях. Это была первая собака, вообще в моей жизни первая собака домашняя. Он просто был злой. Я, на самом деле, я люблю работать с собаками, там, с котами характерными. Мне не интересно работать с собакой, которая сразу слушает с первого слова. Мне хочется побороться с собакой. А вторую собаку я просто подобрала, потому что она была очень больная, она находилась первое время в приюте, но у нее было заболевание инфекционное, и я понимала, что в приюте она просто не выживет. Ну и как бы на время я взяла к себе вылечить, но так она у меня и осталась. Потому что, ну, честно говоря, я не могу отдать животное, которое же даже неделю пускай у меня побыло, отсюда же у меня взялся кот, жалко было, все, отдать уже не могу. Ну и как собаки и коты уживаются в одной квартире под одной крышей? Знаете, замечательно. Причем вожак в стае, когда меня нет, кот. Естественно, ну, коты у нас такие создания, которые всегда умудрятся занять свое место под солнцем. И то, что говорят, что коты с собаками плохо уживаются. Да собаки с собаками плохо уживаются, если их плохо кормят, если к ним плохо относятся. Состояние животных внутри квартир – это показатель состояния в семье. Если животные спокойны, если они абсолютно дружны между собой, посмотрите, семьи тоже дружны. Если в семье разлады, у животных тоже разлады. Угу. Потому что они становятся частичкой, отражением. Они хозяев. Энергию это вот чувствуют, да, это какую-то негативную, либо наоборот позитивную. Хотя коты, они, конечно, умудряются на себя все это забрать. Ну а собаки, вот это конкретные зеркала. Угу. Если собака нервничает, можно сразу сказать, что значит нервничает хозяин. Кстати, в июне состоялся первый в Гродно суд за нечеловеческое отношение с животным. 20 базовых величин тогда получила обвиняемая. Как сложилась судьба в дальнейшем этого пса? Ну, на данный момент собака осталась так у нашей мамы
Ани. Не может она уже, естественно, с ней расстаться, потому что, опять же, в нее вложено столько любви, столько сил. Собака чувствует себя, слава богу, прекрасно. Мы восстановили ее почти полностью. Осталось только, ну, там, маленькие нюансы, да, там, с желудочно-кишечным трактом, да, там, немножко с костями. Но собака еще растет, она еще молодая. Слава богу, зубы у нее тоже восстановились. Ну, в принципе, собака здорова. Она могла бы найти себе другого хозяина, но человек, который уже вытащил собаку из того состояния, просто не может отдать эту собаку куда-то. Поэтому мы уже считаем, что собака, она уже пристроена. То есть она останется жить у Аниной мамы и уже как бы наслаждаться нормальной собачьей жизнью. Аня, это кто-то из вашего это коллектива? Анна, наш волонтер, который изначально отдавала эту собаку, которая маленькая эту собаку лечила. Так получилось, что они у нас заболели энтеритом. Это Лори проходила лечение у Ани дома. В итоге ее вроде бы отдали в хорошие руки, а вот приехали забирать на стерилизацию, оказалась вот такая вот ситуация. А как часто вообще животное вот становится объектом для издевательств в нашем городе? Это, ну, такой вот случай из ряда вон выходящий, он единичный случай? Или вам все-таки приходится сталкиваться вот с таким? К сожалению, да, приходится. И вот чем больше мы в этом варимся, тем больше мы сталкиваемся с такими случаями. Как мы забирали собаку, ну, вот на такой цепи со щенками. И женщина просто ждала, когда приедет муж и убьет собаку. Один щенок уже был погибший, потому что собака не могла его подтянуть к себе и покормить. Там четверо щенков, слепышей еще, то есть новорожденных, уж кое-как там тусовались возле этой собаки. При этом собака была сама голодная. Но слава богу, опять же, мы успели вовремя, успели хотя бы этих щенков спасти, эту собаку забрать. Рэй, то же самое, выгнанный, предполагаю, что не столкнули. Прогнали просто, испугали собаку, спрыгнул на козырек. Опять же, пришлось нам забирать такую собаку, потому что, ну, он покалеченный, у него были больные лапы. Сейчас он еще, конечно, прихрамывает, но это большой медвежонок с душой котенка. Я считаю, был бы хороший результат, если тема бездомных животных поднималась бы на классных часах в школах, гимназиях. Ведь та информация, которая звучит из уст преподавателей, детьми усваивается намного лучше. Вы с этим согласны? Ну, конечно, мы с этим согласны. На самом деле проходят такие классные часы. Очень часто я езжу по школам со своими материалами, со своей презентацией. Я учу детей общаться с собакой. Я учу детей, как им быть непокусанными собакой. Я их учу, как нужно обращаться с бездомным животным, чтобы не получить ни травму себе, ни нанести травму собаке, и чтобы в этом не было негатива. Но в то же время, понимаете, одно дело, что вкладываем мы, другое дело, что вкладывают родители. Если идет папа с ребенком, и, проходя мимо, он пнул котенка, пнул щенка, там, пнул собаку, поверьте мне, ребенок вырастет, он сделает точно так же. И как бы мы ни старались. Есть, конечно, исключения, но чаще всего это все идет из семьи. По максимуму, да, мы стараемся, мы показываем детям. К нам приходили дети из детского сада. Естественно, мы им вывели собак, которые адекватные, которые абсолютно спокойны. Дети подтискали их, там погладили, получили море положительных эмоций. Где-то все равно у них может быть отложится, что а собака это не страшно. А собака на самом деле это хорошо, если это воспитанная собака. И если мне разрешили эту собаку погладить. Если это можно, а не так, что собачка! Ну, а собачка, мама дорогая, кто тут на меня бежит? И в итоге ребенок покусанный, собака испуганная, ну, мы получаем только негатив. И очень часто тоже вот я сталкиваюсь с тем, что у меня собаки абсолютно ласковые, очень обожают детей, но проходящая мимо мамочка с ребенком, ей подходи к собаке, она укусит. Ну, не надо закладывать негатив. Нужно ребенку объяснить, не к каждой собаке можно подойти. Нужно спросить или можно подойти. А не надо говорить, что собаку укусит. Вот этот вот негатив, вложенный в детей, к сожалению, очень часто проявляется тем, что дети боятся собак, действительно боятся. И страх это не есть хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы родители, даже сами, если боятся животное, просто ребенку объясняли. Понимаешь, вот это опасно. Неизвестно, а может укусит, может не укусит. Лучше спросить, лучше уточнить, лучше лишний раз перестраховаться. Но не надо вкладывать именно сам страх. В чем нуждаются те собаки, которые сейчас находятся у вас в приюте? Может, какая-то помощь нужна? Может, сейчас, пользуясь случаем, вы могли бы обратиться к нашим телезрителям? Ну, наши собаки всегда нуждаются в ручной терапии. Чтобы их гладили, чтобы их жалели, чтобы с ними гуляли.
Пока, правда, временно, вот буквально недели две мы прекращаем выгул, потому что активизировались клещи. Угу. Недели через две, когда немножко уже станет попрохладнее, клещи спрячутся, мы начнем обратно выгуливать наших животных. Нам очень нужны помощники, которые час могут уделить на то, чтобы просто даже погулять. Мы сами выведем животное, дадим в руки, все, просто час погулять. Нас не хватает просто времени. На сегодня Всемирный человек. День защиты животных. Пользуясь случаем, я приглашаю вас обратиться к нашим телезрителям и сказать им все, что бы вы хотели, рассказать, где находится ваш приют, как вас можно найти, как можно вам помочь в таком хорошем деле. Ну, в этот день просто хотелось бы, чтобы каждый человек задумался о том, что имеет ли он возможность содержать животных, хочет ли он это делать, готов ли он к этой ответственности. И в то же время выйдите, возьмите пакетик корма и покормите бездомного котенка, бездомную собаку. Этим вы принесете только ему пользу и получите на самом деле море благодарности из этих глазок, которые будут просто кушать то, что им не хватает в этой городе, к сожалению. Елена, я благодарю вас за беседу. Ну, желаю вам побольше единомышленников, побольше помощи и удачи вам во всех ваших делах. Спасибо. Напомню, в студии «Званого гостя» была председатель Гродненского общества защиты животных «Преданное сердце» Елена Шиманица. До свидания.